Сегодня наша доченька приведет на ужин своего нового парня. О, вот бы это был вампир. Нет, моя дочь выберет оборотня. Нет, это будет вампир. Спорим. Спорим. А вот и они. Здрасте, мистер и миссис Адамс. Я Скай. Что? Обычный парень? Я выиграл спор. Но как? Почему? Какой удар? Что ж, Скай, присаживайся к столу. Спасибо. Сейчас проверим. Для дорогого гостя наше семейное серебро. Такое начищенное, класс. Проклятие, у него совсем нет аллергии. Скай, ты запачкался. Вот, посмотри в зеркало. Спасибо, миссис Адамс. Он отражается. Какая жалость, он точно не вампир. О, да, Скай, взгляни. Обожаю полнолуние. Святые гоблины, что же делать? Я подам обед. Класс, я проголодался. Вот первое блюдо. Какая... А что это так странно лопается? Ну что за неудачник? Как можно не любить червей? Мама, папа, я разочарована. Этого парня нужно убрать. Вот и они. Этот обычный прохиндей очаровывает нашу грозовую тучку. Что вы делаете? Оу, нам пора. Что будем делать? Что угодно, но вместе, Миамор. Для тебя есть особое задание, мой спортивный друг. Покажи этому Скаю. Увидимся, Венсдей. Как тебе мой кулак, ботаник? Чё надо? Что? Нет, пожалуйста, отпусти меня. Что? Только не пираньи. О, идеальная расправа. Венсдей, я бы с ним сам справился. Я как раз хотел его перевернуть и как врезать. Класс, мы пишем тест. Приготовьтесь. Начинайте. И чтоб никто не списывал. Вещь, ты знаешь, что делать. Кто здесь? Я ничего не знаю. Что это? Ага, попался. Что? Молоко? Яйца? Я не знаю. Что? Не та бумажка. Проклятье! Ладно, пиши, Скай. Я слежу за вами. Вещь, что ты задумал? А ну-ка, отдай это мне. Ты забудешь имя моей дочери? Венсдей для тебя больше не существует. Мама, посмотри сюда. Самогипноз – лучшее оружие. А теперь мама. Очнись, Скай! Был рад встрече, миссис Адамс. Мартиша, я уже иду! На что ты смотришь, Миамор? Дай мне А! Дай мне Дамс! Дай мне Адамс!
Что там? Опять этот смертный. Гомес! Да, любовь моя? Этот веселый наглец снова стучится в нашу угрюмую дверь. Я устрою ему горячий прием. Открыто! Входите! Заходи, Скай! Как твоя рука? А где Венсдей? Подожди одну минутку, я переоденусь. У Венсдей так много хобби. Гомес за его спиной. Я понял. Скай, давай я покажу тебе нашу стену славы. Венсдей, это тебе. Это мои любимые цветы. Как ты узнал? Спасибо, Скай. Гомес! О, ми амор, только не нервничай. О, Скай, дружище, ты принимаешь мой вызов на дуэль? А это обязательно? Скай, нам уже пора. Одну минутку. Сначала дуэль. Маски, господа. Мне не нужна маска. К бою. Мой любимый вид спорта. Давай, Скай. Мой палец сильнее твоего. Делаем ставки. Кто ты? Я не просто Скай. Я Скайуокер. А еще у меня есть диплом Международной школы джедаев. Что? Правда круто? Скажи. Спасибо, мама. Ничего, повезет в следующий раз. Идем, Венсдей. Не расстраивайся, любимый. О, Карамия! Ты готов, Гомес? Добро пожаловать к нам в дом, Скай. Идем, я проведу тебе экскурсию. Вот это наша гостиная. Подойдем к картинам. Это ваша бабушка? Очень похоже. Гомес! Как ты мог промахнуться? А вот это наша семейная библиотека. Гомес! Какие красивые цветы! Да, они стоят здесь на случай похорон. Прошу, мой фирменный коктейль. Даже не думай, мы уже уходим. Пока, мистер и миссис Адамс. Я этого не вынесу. О, Карамия! Давай закажем вот это. Мартиша, с тебя хватит яда на сегодня, любовь моя. Официант? А вот и мой шанс. Что желаете? Я ваш официант. Нам два десерта, пожалуйста. Понял, уже несу. Далеко не убежишь, Скай. Ваш счет? Сколько? У меня есть догадка. Он у меня попался. Я заплачу картой. Идем, Скай. Что? Как так вышло? Ему все сошло с рук. Мартиша, не пей яд. Они уходят. Ну что за невезение? Что? Они расплатились моей картой, проклятие! Гомес, сделай что-нибудь, он хочет ее поцеловать.
Скай, я спасу тебя. Иди сюда. Да, да, да! Нет, нет, нет! Ты спасла меня, спасибо. Проклятье! Что, бессмертный? Скай, проходи. Сегодня готовит мистер Адамс. Кулинария – это искусство. Главное – правильно выбрать инструмент. Любишь перец? Ужин подан. Оу, это еще не конец. Свежий соус. Вкусный и ароматный сэндвич. Скай, идем. Фух, слава богам. Спасибо, сэр, но я не голоден. Здрасте. Венсдей заходит. Скай нет. Кто там? Кузен Ит. Вот ты где, волосатик. В этом мире полно твоих двойников. Не сработало. Да кто там еще? Инит? Ну, заходи. Здравствуйте, мистер Адамс. Венсдей у себя. Спасибо. А кто это там? Это Инит. Инит? Проклятие! Он меня обманул! Ты обманом пробрался в наш дом. Уходи немедленно. Наша дочь не будет с тобой встречаться. Стойте. Ты не будешь встречаться с этим Гомесом, Мартиша? Мама, но я люблю его. О, Кара Мия, я принесу тебе воды. Я была не права, Венсдей. Я вела себя, как моя мать. Вы простите меня. О, уже все обнимаются. Добро пожаловать в семейку Адамсов. Святые упыри, так он русал! Я не знал, как тебе об этом сказать. Зато теперь я нравлюсь твоим родителям. Увидимся в классе. А это что? Приглашение на день рождения Инит? Отличный день рождения! Уэнсдей, вручи свой подарок. С днем рождения. Да, одну секунду. Я готова, давай. Посмотрим, что там. Украшение? Оно даже не отравлено! Вау! Наивное поле. Я примерю. Ну как? Уэнсдей? Обожаю семейные праздники. Уэнсдей, прекрати! Сейчас я тебя... Девочки так мило общаются. Доброе утро, мир! Что же мне надеть? Прелесть, Полли. Кто самая милая девушка в колледже? Это я. Токсичный позитив. Готовы? Идем. Поскорей бы пойти учиться. Спасибо, мамочка. Мой любимый ланч. Пока. А это тебе, Уэнсдей. Спасибо. А что насчет вещи? Дорогой? Ах да, конечно. Вот твой ланч-вещь. Ну, чего так долго? Мы опаздываем.
Удачи в колледже, малышки. О, Тео, мой единственный краш. Цветы Амуры, а вот и он. Привет, Тео. Как делишки? Что делаешь после тренировки? Подвинься, берет. Что? Эй, Уэнсдей, хочешь фокус? Это тебе. У меня тоже есть фокус. Радикальное садоводство. Какое унижение. Да что с тобой не так? Я бы мечтала оказаться на твоем месте. Держи меня. Что с моим телом? О, нет, мое тело! Этого не может быть! Я вся мрачная! Уэнсдей? Мне надо прилечь. Да, ты права. Нужно поспать, и все пройдет. Пожалуйста, сделай так, чтобы я проснулась в своем милом теле. Доброе утро, мир. О, нет, я до сих пор в теле Уэнсдей. Ладно, Полли, успокойся. Главное, позитивный настрой. Что? Нет. Что ты сделала с моим телом, сестренка? Я его улучшила. А я твой стиль сберегла. Ну все, тебе тоже достанется. Класс, начинаем урок. Что случилось с Полли? Ты такая анти-Полли. Всем приветики! Извините за опоздание, профессор. Вы просто очаровашка. Уэнсдей, это ты? Да что с вами произошло, девчонки? Не знаю, какую тетрадь выбрать. Я никогда не выглядела настолько жалко. Кто-нибудь объясните, что здесь происходит. Тео, привет. Может быть, сходим сегодня в кино? Ты мне всегда так нравился. Я? Да, класс. Вещь. Вот ты где, ко мне. Привет, вещь. А кто из них настоящая Уэнсдей? Я запутался. Вещь. Ты просто прелесть. О, нет, соберись, вещь, ты рука, а не тряпка. Молодец, вещь. Ты сделал правильный выбор. Фу, отвратительно. Ну все. Я сотру этот поцелуй со своей щеки. Чтобы и следа его тут не осталось. А сейчас медленный танец. Можно тебя пригласить? Вы танцуете? О, вы такой галантный кавалер. Потанцуем. Прости, Тео. Эй, Уэнсдей, потанцуем. Ну уже, это не смертельно. Эй, диджей, поставь нашу песню. Что? А как же я? Готова, сестренка? Давай.
Какой чудесный бал! Молодцы, девчонки! Спасибо, моя сестра лучше всех. Да, получилось! Мое тело вернулось ко мне.